Человеку свойственно мечтать. Мечты делают нашу жизнь яркой и насыщенной. Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал о волшебной палочке, исполняющей желания? Или не думал, вот бы я был волшебником? А вы знаете, что согласно социологическому опросу, самыми несчастными считаются дети, чьи родители работают учителями? Почему? Увы, я сам этого не знаю. Мы приглашаем на сцену детей наших учителей. Несется время, век технологий наступил, а нам тяжелое досталось время, держаться больше нету сил. Несчастья нету в целом свете, покоя нет нам никогда, ведь мы учительские дети, и в этом вся наша беда. Чтоб катастрофы не случились, пришла пора все рассказать, так много мыслей накопилось, что мы решили написать. Ах, мама, мама дорогая, тебя так редко вижу я, отсутствие твое пугает, тебя вся наша ждет семья. Ждет младший брат, собака, все ожидают сообща. Держаться больше мы не можем, свари скорее на борща. А папа бедный чуть не плачет, домашки много задаешь, решает до утра задачи и ждет, когда же ты придешь. Привет, мамуля, я скучаю и много смс-ок шлю. Пятерки только получаю, и очень я тебя люблю. Нам сделали прививки в школе, и под контролем все у нас. Прикинь, заснул на баскетболе и перешел в 9 класс. Вчера деревья ты сажал, я тоже рядом помогал, а ты рассеянно сказала, что плевь лучше я держал. Не нужно шить костюм на праздник, из пледа вырежу его. Нет-нет, я вовсе не проказник, я жду совета твоего. Но ты ушла на педсовет. Что ж, есть костюм, а пледа нет. Твоей заботе знаем цену, и ждать готовы хоть всю жизнь. Но мы вышли мы на эту сцену и говорим: семью вернись! Свое письмо мы завершаем, домой с надеждой пойдем. Всех с праздником мы поздравляем!